Всем привет, друзья! Как ваши дела? Давно не виделись. Сегодня я вам покажу классную локацию. Я сейчас еду с фотосета и просто не смогла мимо проехать. Я вам покажу интересную улицу в Конкорде. У нас в Северной Каролине есть локация для любителей декораций Хэллоуин. На улице, то есть вы можете проезжать мимо и даже зафоткать, пока едете. Но я советую припарковаться и остановиться, потому что, ну, посмотрите, сколько деталей. Тут так просто все не рассмотришь. Мне кажется, столько всяких интересных вещей можно сейчас присмотреть. Давайте этим займемся. Я постараюсь для вас заснять. Как человек любит этот праздник, что творит? Это просто фантастика. Я даже не знаю, как описать то, что я сейчас вижу. Но этот человек, эта семья явно помешаны на этом празднике, правда же? Ну, кто бы еще вкладывал столько денег? Одну только карету, где еще найти и купить. Это же стоит баснословных денег. Вот. Сам дом шикарный, если так вообще-то его без всякой вот этой мишуры оставить чистеньким. Он же сам по себе шикарный. И, как видите, тут подсветка. То есть ночью еще круче. Оно будет светиться и привлекать еще больше внимания. Но украинский флаг – это вообще, это просто хит. Неужели здесь живет украинская семья? Или они просто поддерживают Украину, даже непонятно. Ну, те, кто здесь живут, должны обязательно увидеть это хоть раз в своей жизни. Приезжайте сюда, это, конечно, немножко далековато, это целый час я ехала, это в Конкорде, и... Это, ну, это прям прикольно. Тут вся улица, кстати, такая. Но этот самый крутой дом. Так что, если вы где-то в Шарлотте живете, пожалуйста, приезжайте, вам понравится. Есть на что посмотреть, конечно. И сейчас вот этот праздник Хэллоуин очень часто делают всякие детские трик-ор-трит. Вот сейчас проходит в этой церкви. Я вижу, что детки собирают конфеты. Так что, если там в этот день сделать себе выезд, посмотреть это, сходить на трик-ор-трит, посидеть в кафе, походить по центру города. То есть это что-то такое, вот как выходной будет хороший. Я бы, конечно, столько денег и терпения, и времени не вкладывала вот в это. Вот. Но это американская история, американский стиль. Это круто! Кстати, она еще разговаривает, эта лошадь. Она дышит. Да. И эти тоже разговаривают. О, у Джона интересная история. So my friend's working at a major department store in one of the malls, South Park Mall, and he said it's horrible. They have every day thousands of dollars of clothes and shoes and things getting stolen. They have people going to the bathroom, taking a crap in where they changing room in the men's or women's, so it's women's too. And then they'll throw clothes on top of it to cover it up, which ruins the clothes, and they have to clean that up. They destroy the bathrooms. Last week they destroyed, somebody sat on or something, the sink, destroyed it off the wall, water was spraying everywhere. They said it's disgusting and the stuff that's happening, and then the department store doesn't prosecute people. They see them walking out and they can't stop them. There's no security. Mm-hmm. They say, oh, we have it in the budget, like stuff, but it doesn't matter. You know, people steal stuff eventually. You can't, they'll keep stealing more and more and more. You can't keep giving stuff for free. So yeah, it's really bad. It's Charlotte. It's a very nice area. South Park area is like... Very nice. Продолжение нашего Хэллоуин-выпуска. Мы пришли на Трамп-стрит. Это когда конфеты раздают
машине. Такой дождик сегодня неприятный, но я думаю, все равно атмосфера передастся вам. Мы пришли на трик-ор-трит. Тут столько всего, все красиво одеты. Еще подключается трик-ор-трит. Это машины, в которых есть конфеты. Вы приходите и собираете их. Помимо вот этого всего, тут еще есть Bouncy House. Лия ходит на айкидо или карате. Сейчас хочешь побить? All right. Open your hand up like this. So I want you to hit that mark right there. Set up punches. Ready? Hit as hard as you can. Go. Красавцы. Очень круто придумали. Нам надо с Джоном какие-нибудь двойные костюмы. Церковь, видите, обычная такая церковь американская. И внутри тоже дискотека, кстати. Толпа не, ну, просто нереальная. Несмотря на погоду, люди вышли, хотят конфеты. Я думаю, что это самый лучший костюм, который был здесь. В плане, ну это очень креативно, согласитесь. Вот еще красотка. Сколько костюмов? Какие хоть? Даже есть большой костюм. Представляете, как приготовился папа? Ты в каком образе? Да, и нож у тебя такой, да, кровавый? Да. Я буду ассистентом у Саши, и когда ее конфеты переполнятся, я их сюда пересыплю и буду ходить нести сумочку. О-о-о, все продумано. Ой, смотрите, кто к нам идет навстречу. Baby Shark. О, какие костюмы. Заходим в гости к нашей соседке Клее. Смотрите, кто здесь. Хвост в пакеты завернули. Hey, София! Hello! Hello! What would you like? All right, there you go. Watch out for vomit! Emily vomit! What? Emily vomited. Okay. Что это такой розовый? Акуленыш. Улица превратилась в какой-то островок монстров. Шерстяной мужчина какой. Так, смотрим, что здесь. Какой милашка. Hello. Hey, Steve. Hello. You look awesome. You like it? Do you like it? Yep. I got the fog machines warmed up. So if you want a little bit of fog, let me know. But это туман. Машина с туманом. Да, есть. Yeah. Он спрашивает, надо? Yeah. Of course. You want a little bit? Yes. Okay. So I got the machine there. And I've got a machine right there. Какая нужна? Та, которая там или? Чуть-чуть, смотри, вот эту ручку чуть-чуть можно вот, вот так вот. Угу. Вот так вот. Раз, два, три. Еще разочек. Раз, два, три. Стоп. Ждем, пока опустится это. О, вот так, да.
Кто ты? Мертвая невеста. Класс. Скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься? Что ты сейчас делаешь? Кто там дядя вот этот? Кто? Кто это? Фотограф. Фотограф, да? Что он делает? Фотографирует людей. Да, мы сейчас на фотосете. Посмотрите, кто у нас тут встречает. Welcome, welcome. А давайте у девчонок сфоткаем. Давай, да. Ева. Подруга ждет. Ты потом смотри сюда. Поворачивайся. О, извините, я забываю имена. Марина, нормально. Марина, Наташа, Оля. Ага, да. Так. О, все, супер. Рамочку вот так поднес. Вы похожи. Да? Красавчик. Так. Да, пока можете по это. А, там тебя снимают? Подурачиться, да. Сейчас я. Марина, включайся. У нас видос. Давай. Гости к Насте почти готова. Может, к нам заедете на свидание? Это мое сюда едет. Все, переход. Все хотят это увидеть. А ты приготовила? Да. Это мое зло. Старалась. Я тебя переоденю.